Ну, будем надеяться, все собрались. Будем потихонечку начинать, но в любом случае запись вебинара будет, и все, кто не успели, потом смогут посмотреть. Рада вас всех здесь приветствовать. Меня зовут Мария. Я представитель принимающей компании, компании Fun & Sun во Вьетнаме. Сегодня я расскажу про главные курорты Вьетнама, немножко обновлю информацию, так как запускаются, полетели наконец-то прямые рейсы в Хо Ши Мин из Москвы, мы их долго ждали, в прошлом году полетели рейсы из Иркутска в Ханой, потихонечку восстанавливается сообщение с Вьетнамом, и, конечно, это увеличит поток туристов, и хотелось бы для вас немного обновить информацию про Вьетнам в целом и про курорты. Пробегусь очень быстро немножко по экскурсионным программам, может быть, по всему Вьетнаму. Сильно останавливаться долго не буду, так как больше времени хочу уделить основным курортам Фукок, Нячанг и Муйне. Во-первых, это то, что мы продаем сейчас. А во-вторых, это самое интересное, все-таки отельная база. Понимаю, что всем очень нужно обновить эту информацию, так как прошло много времени с тех пор, как были последний раз во Вьетнаме. Итак, Вьетнам, во Вьетнаме много чего интересного для всех туристов есть, что посмотреть. Это потрясающий отдых с очень хорошим сервисом, теплое море и замечательные пляжи круглый год. Абсолютно в любое время года можно найти курорт, где отдохнуть. Так, здесь просят меня рассказать про полетку. Знаете что, конкретных информаций я только сейчас знаю, что полетел три раза в неделю аэрофлотовский самолет Москва-Хо Ши Мин. Также есть достаточно, самолет летает из Иркутска в Ханой пять раз в неделю. Ну и, конечно же, всевозможные стыковочные рейсы на Катарах, на дубайских авиалиниях, в общем-то, сейчас есть возможности добраться во Вьетнам. Так, начну немножко с Ханоя, северной части, северной столицы. С северной столицы, конечно же, это большой азиатский город, где большое количество, очень большая плотность населения, большое количество мопедов и транспорта. Деньги здесь – это пластиковые деньги, донги. Курс примерно около 23 тысяч донгов на 1 доллар. И, конечно же, рекомендую туристам, кто прилетает в Ханой, сделать остановочку хотя бы на несколько дней и посмотреть, во-первых, сделать сити-тур по Ханою. Этот город стоит того, чтобы его посмотреть. И, конечно же, съездить во всемирно известную... Так, немножко вот по карте. Так, немножко по карте. Вот здесь вот получается на севере Ханой. Также я расскажу про Хо Ши Мин, два международных аэропорта на территории Вьетнама, крупнейших, куда прилетают самолеты из разных стран. Но, конечно же, если прилеты туристов в Ханой или в Хо Ши Мин, я рекомендую остановиться на несколько дней либо там, в одном из этих городов. Во-первых, сделать передышку после долгого перелета, а во-вторых, увидеть красоты того, что можно увидеть, уникальные места рядом с этими городами. Например, в северной части Вьетнама Ханой. Конечно же, сам по себе интересен Ханой. Большое количество разных пагод. Он предоставляет такую смесь и азиатского города, и французского. Много есть, что посмотреть. Сити-тур, не буду останавливаться очень подробно. Конечно же, хотя бы на один день и на двухдневную экскурсию съездить в бухту Халонг. Как это, знаете, быть во Вьетнаме и не посетить бухту Халонг. Это визитная карточка Вьетнама. Поэтому, если уж туристы прибывают в Ханой, очень рекомендую побывать в северной части, хотя бы увидеть сити-тур и хотя бы посетить Халонг. Но сегодня мы больше остановимся на южной части Вьетнама, так как прямые самолеты пока стартовали в Хо Ши Мин. Хо Ши Мин большой, тоже очень большой
современный город последние годы все больше и больше развивается и в бизнес-среде, и в архитектуре. Но точно так же туристам, кто прилетает в Хошимин, очень рекомендую остановиться здесь на 2-3 дня, чтобы увидеть, посетить несколько экскурсий в окрестностях и ознакомиться с самим по себе этим городом. Город также с очень большой плотностью населения, свыше 9 миллионов людей проживает в Хошимине. Огромное количество торговых центров, здесь прекрасный шопинг, и этот город такой, он более современный, в отличие от Ханоя, чем-то где-то даже напоминает Гонконг, что-то вот такое. И, во-вторых, да, для туристов, сейчас прилетающих из Москвы в Хошимин, это такой пункт пересадки, откуда можно добраться либо на Фукуок, либо в Нячанг, либо в Мыне. Дальше я расскажу подробнее, как добираться во все из вышеназванных курортов, но опять-таки рекомендую остановиться и, да, увидеть сити-тур, посетить обязательно хотя бы на полдня сити-тур по Хошимину, съездить на однодневную экскурсию в Дельту Меконг. Это экскурсия в, конкретно в вьетнамские джунгли, где туристы в ходе экскурсии посетят всевозможные храмы, проплывутся на джонке среди всевозможных пальм. Очень экзотическая, очень интересная экскурсия, которая ознакомит туристов с местной жизнью, местными ремесленными производствами, такими как там производство конфет из кокоса, также крокодиловую ферму посетить, есть возможность покормить крокодилов. Ну, на самом деле, очень аутентичная и интересная экзотическая экскурсия. Также Кути-туннели. Эта экскурсия на полдня находится достаточно недалеко от Хошимина. Обычно эту экскурсию можно совместить, допустим, в первой половине дня Кути-туннели, во второй половине дня Сити-тур. Сами по себе Кути-туннели – это часть туннеля, открытая для посещения, но которые были построены во времена американско-вьетнамской войны. Ну, посмотреть, насколько они были маленькие, насколько вьетнамцы там могли перемещаться. Но лично мне эта экскурсия нравится именно тоже потому, что сама по себе экскурсия проходит в глубоких джунглях Вьетнама. Такая прямо вся экскурсия в лесу, огромное количество фикусов, пальм, очень аутентично, очень интересная. Посещается также военная бездымная кухня, есть возможность пострелять из всевозможных автоматов. Ну, достойная экскурсия для посещения. Ну и, конечно же, как я уже сказала, да, обратить внимание хотя бы на сити-тур или вечерняя прогулка по реке Сайгон подарит большое количество эмоций, незабываемых впечатлений для туристов. Ну, перейдем, немножко поговорили про экскурсионные программы и где можно остановиться. Перейдем непосредственно к курортам. Самое основное направление, наверное, сейчас до апреля, это, конечно же, Фукуок. Фукуок – лучшее время посещения с октября по апрель. Это самый крупный во Вьетнаме остров, находится на самом юге. Удивительное, очень живописное место, который воплощает в себе и очарование белоснежных пляжей, и горные вершины, и леса, богатый подводный мир. На Фукуок добираемся из Хошимина самолетом. Всего 1 час, самолетов достаточно много, поэтому подобрать стыковочный рейс, либо, как я уже говорю, да, несколько дней провести в Хошимине, а потом полететь на Фукуок, не составит проблем. Нужно понимать, что экскурсии на острове Фукуок, туристам есть чем заняться на острове Фукуок, это достаточно насыщенное туристическое место, там большое количество экскурсий, но большинство этих экскурсий связано именно с развлечениями, морские круизы, понятно, там рыбалки, снорклинг, есть аквапарк, все, что касается, да, истории, всевозможных археологических находок, это, конечно, больше вот почему и рекомендуем Хошимин, Ханой, где-то там остановиться и что-то посмотреть, потому что, ну, конечно, культуру и историю, особенно в Фукуоке. Да, есть там и тюрьма, и плантации перца, но это все такое натуральное. Так,
Остановлюсь немножко, что еще есть на Фукуоке, в северной части острова. Я чуть дальше покажу карту, еще раз, когда буду рассказывать про отели, насколько отели ближе к каким достопримечательностям расположены. Сафари-парк Винпёрл находится в северной части острова, в части комплекса Винвондерс. Эта экскурсия прекрасно подходит как для взрослых, так и для детей, так как, конечно же, это зоопарк. Сафари-парк представляет из себя зоопарк, разделенный на две части. Одна часть – это обычный зоопарк с животными в клетках, а вторая часть – это защищенная укрепленная территория, в которой обитают животные в их естественной среде обитания. На укрепленном автобусе туристы въезжают на территорию этого сафари, и в живой среде можете наблюдать за тиграми, львами, зебрами, носорогами, многими другими видами животных. Также там есть жирафа-кафе, где есть возможность покормить жирафиков. Ну, на самом деле, просто обалденное место, которое интересно посетить даже взрослым, а про детей я уже вообще молчу. Да, это находится на острове Фукуока в северной части. Так, также здесь же, ну, недалеко сафари, вот они все фактически это, ну, это не один комплекс, оно немножко разные места, но, тем не менее, это Винвондерс как бы, как комплекс. Здесь же находится Винвондерс, это огромный парк развлечений, где есть и аквапарк, и всевозможные сухие горки, так скажем, где тоже прекрасно проведут целый день, и семьи с детьми, и взрослые развлечения. И аттракционы есть, на самом деле, на любой вкус, от простых, элементарных до, на самом деле, очень экстремальных. Прекрасное место для отдыха в отпуске. И здесь же находится Grand World, здесь же, в северной части острова, Grand World Fukuoka. Это город, который никогда не спит. Это уникальный такой интересный вариант досуга, который есть только на Fukuoka. Это огромный, как бы даже именно как город, 85 гектаров с интересной архитектурой, где можно найти модные торговые улицы, всевозможные фестивали, вечеринки, шумные развлекательные центры, там есть казино, крупнейшее казино во Вьетнаме именно здесь. Все эти центры, развлечения, бары работают 24 часа в день, 365 дней в году. Огромное количество брендовых магазинов, есть и ночной рынок, есть и традиционные вьетнамские кафе, и питание на любой вкус, и европейские стили, и рестораны морепродуктов. В общем, все, что хотите для развлечений, здесь можно найти. Так, сейчас, вот как я говорила, перейду к карте. Вот все, что я говорила, вот в северной части острова находятся вот здесь вот и сафари, и Винвондерс находятся здесь. Это фактически район Ганьзао. Сейчас я расскажу немножко про отели, которые здесь, в этой части. Ну, конечно же, это Radisson Blue Resort. Так, Radisson Blue Resort, пятерочка. Так, вход в неспящий город, он, в принципе, бесплатный. Вы платите только там за развлечения. Это там, да, в Винпёрле есть проживание с посещением парка аттракционов, за сафари надо платить, а в неспящий город вы входите, как бы там гулять можно, там просто, ну, платить надо на месте за все, что захотите, развлечения. Так, Radisson – прекрасный, отличный, популярный отель, расположенный в этой части, северной части острова. Очень свежие, красивые номера. А, сразу хочется сказать о том, что часто мне задают вопросы, как там сейчас после пандемии, после всех этих перерывов, как инфраструктура, как отели, не старые или не разрушенные. Отвечу сразу. Отели в хорошем состоянии. За полтора года, что уже Вьетнам полностью на все 100% принимает туристов, было построено даже много новых отелей, не говоря уже о том, что старые провели реновацию, привели все в нормальный вид, инфраструктура в хорошем, прекрасном состоянии, туристам есть куда сходить покушать, ну, если это не совсем уединенные какие-то места и пляжи, кафе, рестораны, номерной фонд, все замечательно. Не бойтесь, отправляйте туристов во Вьетнам.
В Рэдисоне есть возможность размещения как корпусное здание, так и виллы. Конечно же, здесь шведский стол, максимальный тип питания, здесь фуллборд. Ну, отель шикарный, здесь есть и хороший детский клуб, хорошее развлечение для детей, разнообразные активности, катание на велосипедах, предоставляются велосипеды бесплатно, мастер-классы, два бассейна. До Grand World Even Wonders предоставляются бесплатные электрокары. Поблизости также есть и рестораны, и магазины. В общем, замечательная, хорошая пятерочка, которая представляет питание, фуллборд. Сразу тоже хочу сказать, что фуллборд почти во всех отелях. Конечно, это нужно уточнять, если бронируете, уточняйте. Но почти всегда в питание фуллборд не входят напитки. Ну, то есть там может входить что-то... Так, может входить какое-то там, не знаю, там иногда водичка, минералка, но обычно алкогольные, либо какие-то там все эти колы, спрайт, они за дополнительную стоимость. Вот, как я уже сказала, вот Рэдисон, он вот здесь вот находится, в этой части, северной части острова. Конечно же, замечательный отель здесь, Мелия Винпёрл Фукуок, тоже находится очень рядом. То вот этих всех сафари, Grand World, Винпёрл Гольф также здесь. Замечательный отель. Сам по себе отель предлагает только виллы, все виллы со своими бассейнами. Отель работает также на базе «Все включено». Ну, есть все типы питания от завтрака до «Все включено». Очень доброжелательный персонал, замечательный отельчик. Единственное, может быть, небольшой здесь недостаток, что с видом на океан здесь только трехспальные виллы. Все остальные виллы, да, есть там на озеро, на сад, а только трехспальные виллы с видом на океан. Но, тем не менее, отель замечательный, все виллы с бассейном. Вот как выглядят номера. Свежие, прекрасные. Так. В этой же части острова находится Sheraton Fukuoka, шикарный лакшери-отель. Здесь есть также и номера, и сьюты, и виллы. Здесь почти все, как раз-таки, в отличие от Мелии, в этом отеле почти все виллы с видом океан. Также предоставляют все типы питания до «Все включено». Я особенно останавливаюсь на отелях. Отелей на самом деле много на Фукуоке, можно много что выбрать, но особенно останавливаюсь на отелях, которые предоставляют питание «Все включено». Ну и чуть дальше немножко расскажу про отели попроще, потому что, ну, конечно, Sheraton отель прекрасный, но дорогой. Поэтому, да, есть замечательный детский клуб, есть анимация, большое количество ресторанов, спа, тренажерный зал, очень индивидуальный подход. Все, что туристам захочется, все будет организовано, ужин на берегу, барбекю на вилле. Замечательный, да, бар, замечательный бассейн с баром в воде, с видом на океан, он практически на пляже находится. Так. Так. Еще один замечательный здесь отель Crown Plaza Fukuoka. Также предоставляет все типы питания, но помимо all-inclusive есть фуллборд. Тоже здесь недалеко. Бесплатный авто, есть шаттл-бас, то же самое до Винпёрл Парка, до Grand World. Есть детский клуб, детский бассейн. Достаточно новый отельчик. Так. Ну, виллы, но здесь не все виллы со своими бассейнами, надо уточнять. Так. А сейчас хотелось бы сказать про вот этот отельчик. Он также находится здесь, в северной части острова, недалеко от Винпёрлэнда, Винвандерса, Сафари, Виндом Гарден Гранд Волд Фукок. Но этот отельчик по соотношению цена-качество, он попроще, чем отели, про которые я до этого рассказывала. Но отель свежий, новый. Здесь только номера и люксы, вилл здесь нету. Но очень достойный, скажем так, для бюджетных туристов, очень его рекомендуем. Те, кто не хотят проводить много времени на территории отеля, надо только фактически переночевать, но хотят быть рядом именно здесь, в этой северной части острова,
Очень рекомендуем этот отель. Хороший, приятный бассейн, все необходимое в нем есть, он работает на завтраках, завтраки вкусные, рядом есть инфраструктура, есть кафешки, можно питаться рядом, конечно же, практически в пешей доступности Grand World Fukuok. Все, что должно быть в хорошем бюджетном отеле, в нем все есть. Рекомендуем эту четверочку очень-очень. Так, идем немножко, я буду рассказывать про отели, спускаться с севера на юг. Вот мы рассказали про вот эту часть, вот спускаемся чуть ниже. Это следующий район Куакан. Здесь много зеленых лесов, многие отели просто утопают, но здесь не такая насыщенная инфраструктура рядом. Хотелось бы отдельно отметить отельчик Fusion Resort Fukuok, так как... Ну, он сам по себе достаточно такой уникальный и интересный. Предлагаются различные спортивные тренировки. Это и йога, и тауши, и много чего. Разнообразные завтраки. Особенность отеля в том, что завтрак можно заказать в любое время, в любом месте. Огромная просторная территория отеля. Здесь только виллы. И этот отель предлагает услугу All Spa Inclusive. Два раза в день, каждый день гостям услуги спа-центра. Точнее, не два раза в день, это любые услуги спа-центра, две в день предлагаются. Так, ну, здесь достаточно, хотя вот отель достаточно интересный для детей, потому что здесь есть и детский клуб, и... мастер-классы всевозможные, есть анимация, есть небольшая фьюжн-ферма, что деткам очень интересно, потому что здесь живут и всевозможные павлины, какие-то курочки, гуси, всевозможные, как это, сельское, такое местное сельское хозяйство, но спа для детей запрещено до 12 лет, все-таки это только взрослое развлечение, но отельчик очень достойный внимания. Так, еще один интересный, очень люксовый отель, тоже здесь он прямо утопающий на берегу в зелени пальм, расположен прямо на берегу великолепного мыса. Так, это Namkhi Coral Peninsula. Достаточно уединенный отельчик, но здесь шаттл до всевозможных развлечений по Фукуоку, он платный. Максимальный тип питания – фуллборд. В спа-центре предоставляются любые, конечно же, все возможные массажи, но также есть сауна, гидромассажная ванна. Отличный, очень люксовый отельчик. Так. Этот отельчик чуть попроще, Green Bay Fukuok Resort, находится здесь же, в этом районе. Весь отель, весь номерной фонд – это виллы, некоторые из них с бассейнами, какие-то нет. Свой красивый пляж, ну, в общем-то, у всех тех отелей, про которые я говорила, конечно же, у них у всех свой пляж, но здесь, в этом районе находятся достаточно уединенные отели, здесь немноголюдно, тихо, частенько выбирают либо семьи с детьми, которые спокойно хотят провести время, либо какие-то романтики. Так, ну и сейчас мы переходим к району Донг-Донг. Это туристический центр острова. Здесь наибольшее количество отелей, большой выбор четверок, недорогих, много местных ресторанов, шумно, весело, клубы в шаговой доступности, ночной рынок, дневной рынок, большое количество баров, вся ночная и дневная жизнь сосредоточена именно здесь. Из каких-то отелей, даже на севере, сюда тоже организовывается шаттл-бас, но чаще сюда он все-таки с севера платный. Но либо, да, либо надо здесь прямо, потому что, да, вот Devenpearl Safari из этого района – это 30 минут. Так, этот район ближе всего расположен к аэропорту, буквально 15 минут от аэропорта. Здесь огромное количество всевозможных отелей, но я остановлюсь на самых таких популярных, те, которые предлагают all-inclusive, ну и какие-то чуть-чуть несколько попроще. Solbay Melia Fukuok, это такая четверка-пятерка, отель замечательный, но в отличие от Мелии, которая расположена на севере,
Здесь только номера и люксы, здесь нет вилл, он и чуть подешевле. Также предлагает питание, все включено, но тихий, семейный, удобный отель со своим пляжем, с большой территорией, замечательным бассейном, детской зоной, хорошим детским клубом, новенькие номера, новенькая мебель и очень отзывчивый персонал. Очень рекомендуем этот отельчик. Еще один, Лазура Resort and Spa. Этот отельчик работает только на завтраках, но рядом, как я уже сказала, в этом районе, в принципе, достаточно насыщенная и большая инфраструктура, большое количество барчиков и ресторанчиков. Есть спа, есть и номера, есть и бунгало. Есть бунгало, которые расположены практически на пляже с видом на океан. Очень рекомендуем этот отельчик для семейного отдыха и для тех, кто хочет быть в центре всей ночной жизни и тусовки. Еще один отельчик Seychelles Phucoc. Также со своим пляжем, с красивыми номерами, замечательным спа, максимально здесь тип питания full board. Так. Аквасан, этот отельчик как раз-таки попроще, находится прямо как бы как в такой городской части. Номера и люксы, это фактически просто многоэтажное здание. Хорошо расположение тем, что большое количество всевозможных ресторанов, магазинов рядом, один из самых крупных магазинов Кинг-Конг совсем рядом. Отель по соотношению цена-качество очень рекомендуем. Тем не менее, есть и фитнес-центр, и спа, и свой ресторан у отеля, работает он на завтраках. Так, Фамиана Резорт. Этот отель также расположен прямо на пляже. Отель расположен прямо на пляжике. Номера и виллы есть. Виллы есть и на пляже, и в саду. Свой красивый пляж. Также есть вокруг хорошая инфраструктура и большое количество ресторанов и магазинов. Поэтому этот отель работает тоже только на завтраках. Очень семейный отель. Проводится большое количество также всевозможных мастер-классов, занятий йогой по утрам, на рассвете и прочее, прочее. Очень популярно во Вьетнаме, и туристы очень любят. Новый Long Beach. Также хороший пляж. Чуть мы дальше продвигаемся на север, еще ближе к аэропорту. Это от туристического района где-то 15 минут на машине или на автобусе от этого самого от Донг-Донга. Так, здесь тоже большое количество отелей, шикарная пятерка Regent Phucoc, здесь замечательный спа с одноместными кабинами, есть несколько кабинетов для пар, прекрасный фитнес-центр, замечательный детский клуб, и аниматоры развлекают детей, разные приставки, компьютеры, видеоигры, большое количество бассейнов, один с горками, один есть только для взрослых, просто безупречное обслуживание. Бесплатно отдаются велосипеды, есть открытые павильоны, да. Как добираться самим, это про что вопрос? Так, отель работает на системе максимум full board, замечательный люксовый отельчик. Так. Про Phucoc я говорила в начале, что летают рейсы из Москвы в Хошимин, а после Хошимина можно составить такой тур в Хошимине, допустим, 2 дня, сити-тур, Дельта-Меконг, а потом перелет на Phucoc, и дальше уже отдых проводить на Фукуоке внутренним перелетом. Так. Конечно же, хотелось бы сказать про Novotel Phucoc Resort. Достаточно популярный отель, работает также по системе, все включено. Достаточно новый отель, в хорошем состоянии после пандемии. Бассейны есть,
Есть теннисный корт, есть огромный фитнес-центр, большая ухоженная огромная территория, виллы есть со своими бассейнами. Очень популярный, пользуется большой популярностью этот отель. Еще один замечательный отельчик Best Western Premier Sanasi. Также работает на системе «Все включено». Здесь также есть и номера попроще, обычные номера, есть сьюты, есть виллы, огромный спа, фитнес-центр. В этом районе инфраструктура тоже есть, рядом с отелем есть, но она не настолько... Она не настолько насыщенная, как в Донг-Донге, но, тем не менее, кое-какие кафешечки, ресторанчики рядом есть. И если отели на завтраках, то есть чем заняться. Но, конечно, если туристы хотят каких-то развлечений, то это надо ехать либо в Гранд Ворлд на самый север, буквально полчаса езды отсюда, либо, получается, буквально 10-15 минут на такси, либо на шаттле от отеля в Донг-Донг, туристический центр. Этот именно район более уединенный. Здесь есть и пул-бар, и скай-бар на 15 этаже. Да, песочек здесь беленький, меленький, очень красивый. Так. Еще один отельчик в этом же районе, Пульман Фукок Бич Резорт, достойный внимания. Достаточно хороший популярный отель, по соотношению цена-качество это хорошая пятерочка, работает он с июля 2020 года, все, что надо, все там есть, замечательная терраса с видом на закат, несколько ресторанов, баров. Вот, например, этот отель даже предлагает бесплатный шаттл-бас до Донг-Донга. По расписанию туристы могут подстроиться и поехать туда гулять. Также есть теннисный корт. Так... Еще один хороший отельчик, хорошая пятерочка, но из серии не супер-супер лакшери, а просто хорошая пятерочка по хорошей цене качества, скажем так, замечательные виллы, виллы какие-то есть тоже с бассейном. Здесь не виллы, а как бы такие как бы как бунгало, разделенные на два номера. Так, здесь тоже предлагаются бесплатно и велосипеды, и каноэ можно взять, договориться на рецепции, замечательный детский клуб, замечательный спа. Также предлагает систему «Все включено». Как я уже говорила в начале, особенно останавливаюсь на отелях «Все включено», так как знаю, что туристам это очень интересно. Этот отельчик проще, такая достаточно недорогая четверочка, Фукока Бич Резорт, но тем не менее он замечательный, номера и бунгало, какие-то бунгало стоят прямо на берегу, на пляже. Отель предоставляет тоже развлечения, это есть там и настольный теннис, и бильярд, бассейн. Он расположен достаточно уединенно в уголке живописного леса. Замечательный здесь снорклинг, очень такой красивый, замечательный пляж. И по соотношению цена-качество замечательный популярный отельчик. Так, ну и пляж Кхем, расположенный на самом севере вот здесь. Здесь располагаются только отели лакшери-класса с очень высоким уровнем сервиса, но и этот район удален от кафе, ресторанов, магазинов. Все это, если надо, как говорится, погулять в рестораны или да, в туристический центр, это надо ехать. В этой части фактически инфраструктуры нету, только инфраструктура в отелях. Да, отели здесь супер шикарные, с большим количеством ресторанов. В отелях там все можно найти. Но, тем не менее, это такое место для отпуска в стиле лакшери, такие прямо вьетнамские Мальдивы. Если, допустим, да, гости хотят посетить Винвандер в северной части, отсюда добираться около часа. Вот сафари, Винвандерс, неспящий город. Зато здесь рядом находится канатная дорога Хонтом. Она находится как раз-таки в южной части острова. Да-да-да, песочек вот как здесь на фотографии, беленький, замечательный, мягенький песочек. Так. Мариотт Фукуок, шикарный спа-отель с оригинальным дизайном, построен был в 2016 году, замечательный фитнес-центр, туристам предлагаются любые
Тем более предлагаются любые развлечения, удовлетворятся любые пожелания, организуется и морская поездка, и рыбная ловля. На территории отеля есть замечательный спа, оздоровительный центр, есть замечательный детский клуб. Да, насчет полетки вы зря переживаете. Да, на данный момент это возможность с двумя пересадками, но это на данный момент. Количество рейсов увеличивается, летят рейсы Москва-Хошимин. Мы вместе с Fun & Sun разработаем новые программы, и не сегодня, а завтра, через неделю вы должны быть готовы отправлять своих туристов. Будут такие туры с пересадкой в Хошимине на Фукуок, и будет очень просто туда добраться. Поэтому сейчас мы просто обновляем информацию по отельной базе. Замечательный отельчик. Здесь недалеко. Единственное развлечение в этой части острова – это приезжает рыночек, где можно прогуляться. Так, где можно прогуляться и купить местную продукцию, местные сувениры, фрукты, овощи. Отель работает максимально на системе Fullboard. Просто замечательный лакшери-отель. Но, конечно, и цена его тоже соответственное. New World Fukuoka Resort. Здесь также замечательный. Огромное количество вилл. Все виллы с бассейнами. Замечательный детский клуб, няня, развлечения, Infinity Pool. Все, что хотите. Здесь все есть. Шикарные виллы. Много комнат. Шикарный отель. Максимально работает на системе Fullboard. Так. Ну и как я уже говорила, канатная дорога. Вот она расположена здесь, в южной части острова. Это канатная дорога, которая была внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Через нее можно, получается, перебраться с острова Фукуок на остров Хонтом. В 2019 году на острове Хонтом также была открыта очень такая насыщенная инфраструктура, также был открыт аквапарк, парк от развлечений. И сейчас сама по себе эта экскурсия предлагает такое, да, мало того, что путешествие на этой канатной дороге более 7 километров над изумрудной гладью воды, но и потом целый день можно провести на этом острове Хонтом, где большое количество тоже барчиков, кафешек, ресторанов, есть дикие пляжи, замечательный каякинг, снорклинг, скуба-дайвинг, всевозможные развлечения, бананы, плюшки, в общем, все, что нужно для развлечений, просто туристам посмотреть немножко другой остров и немножко развлечься. Так. Так, сейчас мы перейдем к Нячангу. В Нячанг точно так же из Хошимина добираемся 1 час на самолете. Вот в Хошимин, в который мы прилетаем, мы можем добраться либо на Фукуок, час перелета, либо в Нячанг. Нячанг находится в центральной части Вьетнама, и лучшее время для посещение и лучшее время для посещения Нячанга – это с апреля по сентябрь. Этот курорт считается летним, хотя на самом деле среднегодовая температура здесь около 26 градусов, и даже вот сейчас вроде бы считается там не сезон, но там большое количество туристов, потому что температура тоже 26-28. Да, выше вероятность, что может пройти дождь. Есть выше вероятность, что может пойти дождь, спокойное, но не такое спокойное море. Так. Что из себя представляет курорт Нячанг? Нячанг – это достаточно большой город, поэтому и курорт – это городского типа. Да, замечательные, красивые белоснежные пляжи, теплое, спокойное море, но 90% отелей, особенно городских, это городские пляжи, находящиеся прямо в черте города. Но количество отелей здесь огромное, можно от дешевой тройки до лакшери-пятерки. В основном отели – это многоэтажные здания и не имеют собственного пляжа. Находятся через дорогу вот таким вот образом, через дорогу от пляжа. Но особенность этого курорта в том, что здесь находишься прямо в центре именно городской жизни, большое количество кафе, ресторанов, баров, клубов, очень яркая ночная жизнь, классный шопинг. Так, также здесь есть, на острове Хонче есть аквапарк, океанариум, парк аттракционов Wind Wonder.
большое количество грязевых и целебных источников, массажей и спа. Так. Про канатную дорогу Винпёрл, ну, пока не работает. Все обещали, обещали с января открыть, но пока они ее чинят, ремонтируют, поэтому, ну, что-то пока идет не так. Из Нячанга есть абсолютно замечательная экскурсия в Далат. Это совершенно не похоже другой Вьетнам. Город построен французами на высоте около 1500 метров. Это пруды, цветущие сады, такая легкая прохлада. Именно здесь производят самый лучший вьетнамский кофе. Здесь проводятся всевозможные фестивали цветов. Очень интересная экскурсия для посещения, просто погулять по Далату. Да-да-да, именно Crazy House входит в десятку самых необычных зданий. Это такой сказочный дом в форме дерева. Здесь находится летний дворец императора, здесь и сад цветов, и золотой Будда. В общем, прекрасная экскурсия, да, она достаточно далеко, 3,5-4 часа на автобусе, но стоит того, чтобы ее посетить. Остановимся немножко на отелях, где остановиться во время путешествия в Нячанге. Отели и курорты здесь можно разделить на три части. Первая часть – это на острове Хонче. Это, так, отели Винпёрл. Ну, сейчас информация немножко поменялась. Сейчас уже осталось три здесь отеля Винпёрл, а Винпёрл Лакшери и Селинг и Гольфлинг переименованы в Мариот они теперь. Так, есть отели в центре, как попадают на остров в отеле, туристы с чемоданами. Здесь есть катер, курсирует, да, раньше это была канатная дорога, ну, и она и будет, и, а вообще самый стандартный путь – это катер, который курсирует целый день, и он переправляет туристов на остров. Для проживающих в отеле на острове он бесплатный, для туристов, которые просто живут в городе, но хотят посетить остров, там, Вин Вондерс или еще что-то, он платный, но без проблем, туда можно добраться. Также в центре города, как я говорила, это высокие городские отели, большие, с пляжем, находящимся через дорогу. И также здесь есть замечательные отели на пляже Камрань. Это роскошные отели, находятся не в самом Нячанге, а ближе к аэропорту, в 10 минутах буквально от аэропорта. Ну, от Нячанга это порядка полчаса езды. Здесь самые чистые, самые, ну, понятно, что они на расстоянии находятся от города, более чистые пляжи. Это лакшери-отели со своими пляжами, благоустроенными территориями. Замечательные отели. Сейчас немножко поподробнее расскажу. Винпёрл Резорт Нячанг. Ну и, в принципе, здесь замечательные отели Винпёрл. Пятизвездочные отели. Это замечательные белоснежные пляжи. Очень любят, конечно же, их туристы. Именно отели Винпёрл начали систему «Все включено». Начали систему «Все включено» во Вьетнаме. Но надо понимать, что Винпёрл, меня часто спрашивают, ой, это не такая уж прямо суперкрутая пятерка. Да, Винпёрл – это не Мариот, это не Реджент Фукок, про который я рассказывала. Но, тем не менее, это такая неплохая пятерочка. И очень любят, очень семейная, замечательным сервисом. То, что я говорила, два отеля Винпёрл с недавнего времени стали Нячанг Мариот и СПА. Находятся на Хонтре, также здесь острове. Отели Винпёрл и точно так же Мариот предлагают все типы питания от завтрака до «все включено». И также у них есть формат питания БВ, ХВ и ФВ. Это В означает вход в парк аттракционов. Для тех, кто иногда агенты путают, что автоматически те, кто живут в Винпёрле, могут посещать парк аттракционов и любые развлечения. Нет, если вы берете питание только на завтраках или обычный хавборд, или даже обычный all-inclusive, это не значит, что можно посещать парк аттракционов. Питание должно быть all with wonder. Тогда это будет означать полное питание, все включено, и безлимитный вход в посещение парк аттракционов. Так, думаю, что здесь понятно. Diamond Bay Resort находится в районе Камраня, про то, что я говорила
замечательные, самые лучшие люксовые отели именно в районе Камрани находятся. Это огромная красивая территория, куча развлечений для детей, здесь есть в том числе и детское меню, отель предлагает бесплатный шаттл-бас в Ничанг по расписанию, детская площадка, от отеля предлагаются каноэ, снорклинг, ну, замечательная пятерочка шикарного класса. Анна Мандара из той же серии, замечательный люксовый отельчик, открылся только в 2022 году. Все есть, также много развлечений для детей, есть даже русскоговорящий персонал. Так, также организован бесплатный шаттл-бас в Ничанг по расписанию. Так, также максимальный тип питания фуллборд. Selectum Noir, замечательный отельчик, также предлагает систему «Все включено», находится в Камране, есть на территории шикарный аквапарк, здесь аквапарк включен, этот отель по принципу египетских и турецких пятерок, к которым мы все привыкли. Хороший аквапарк, частный пляж, большая красивая территория, аниматоры, теннисный корт, фитнес-центр, огромная красивая комната игровая для детей, пенные вечеринки, в общем, все, как мы любим, и стандартный, все включено. С барчиками, снеками и со всем остальным. Очень рекомендую этот отельчик, также в районе Камрань. Замечательный. Примерно такого же типа, чуть-чуть, я бы сказала, попроще, чем Selectum, Камрань Ривьера. Тоже хороший аквапарк, частный пляж, хорошая красивая территория, все есть, также хорошая анимация и для взрослых, и для детей, но Selectum, например, не предоставляет бесплатный трансфер до города, а Камрань Ривьера его предоставляет. Так, Mia Resort. Так, этот отель немножко расположен, он не в районе Камраня, а с другой стороны Ничанга, он тоже, он 15 минут от Ничанга, но с другой стороны от аэропорта, он дальше от аэропорта, дальше, чем Ничанг. Это замечательный, отель представляет собой замечательные виллы с видом на сад, и есть и Ocean View со своими бассейнами, но не все. Так, детская замечательная площадка, хороший детский клуб, два ресторана, есть и теннисный корт, на котором можно позаниматься даже бесплатно, главное заранее заказать на ресепшн. Так, за дополнительную плату есть оборудование для занятий водными видами спорта, также проводятся кулинарные мастер-классы, предоставляются услуги няни. Здесь максимальный тип питания фуллборд. Так, и также есть по расписанию шаттл-бас в Ничанг, бесплатный по расписанию. Ну и сейчас немножечко расскажу про городские отели. Но и в Камране хочу сказать, что это далеко не все, что не все отели, которые есть в районе Камрань, их больше. Это такие самые интересные. И сейчас немножко остановлюсь на отелях в городе. Конечно же, замечательный отель Queen Anne, Ничанг, пятерочка. Особенностями отелей в городе часто являются панорамные инфинити-бассейны на высоких этажах, на каком-нибудь там 12-м, 16-м этаже. Они, конечно, очень красивые. Ну, красивые, особенно такие инстаграмные для фотографий. Рассказываю про отели. Эти отели очень хорошо расположены. Queen Anne находится в самом центре Ничанга. Вокруг большое количество развлечений, баров, ресторанов. Diamond Bay Grand Hotel также замечательный отельчик с хорошим интерьером. И Queen Anne, и Diamond Bay имеют свою отделенную часть на городском пляже. Да, городские пляжи у этих отелей, но у них есть свои шезлонги с зонтиками. То есть туристы этих отелей могут бесплатно расположиться на пляже. С Diamond Bay Камрань море бывает, конечно, по-разному. Там чаще бывает сложновато с отливами, но по большей части отель пользуется большой популярностью, и туристы его любят. Когда нет отливов, море там замечательное. Так... December Ничанг, тоже хорошая пятерочка, но он находится на второй береговой линии, не прямо через дорогу, чуть дальше.
Но также есть панорамный красивый бассейн, все равно он очень удобно расположен. Отельчик находится немножко во дворах, поэтому есть хорошая детская площадка на улице, вкусные завтраки, очень отзывчивый персонал. Вирга Пятерочка тоже находится на второй береговой линии, тоже панорамный бассейн. Просто отели из рекомендаций и замечательные цена-качество для тех, кто хочет поселиться в городе. Это еще подборочка четверок, которые также здесь есть. Это Астон Нячанг Сити. С отеля открывается отличный, замечательный вид. Так, отличное расположение, разнообразный завтрак, и отельчик совсем недалеко от пляжа. ДТХ, замечательный отель, и Новотель. Здесь также панорамный бассейн, прекрасные завтраки, очень чистый и аккуратный, тоже достаточно новый отель. Ибис Стайл, Либерти Централ, Сианах Отель. В принципе, все городские отели, ну, не хочу тратить время на каждый из них помногу рассказывать, потому что, ну, плюс-минус городские отели между собой похожи, да, фитнес-центр, да, балконы, какие-то номера с балконами, какие-то с окнами, какие-то сивью, какие-то нет. Но, тем не менее, все эти отели, это те, которые мы рекомендуем, все проверены сотрудниками Омеги. Все проверены сотрудниками Омеги, поэтому просто рассказываю, что они есть. Хотя на самом деле огромное количество отелей в Нячанге, и всегда присылайте запрос, и мы всегда порекомендуем. Так, а сейчас, секундочку, посмотрю ваши вопросы. Так, сейчас мы перейдем к резорту, к курорту Муйне. Это один из самых спокойных вьетнамских курортов. И так, сейчас мне еще хочется сказать, чтобы понимали разницу. Вот мы говорили Хошимин, остров Фукуок, Нячанг и вот курорт Муйне. В Муйне можно добраться, аэропорта там нету, так как фактически это такая деревушка. Туда можно добраться из Хошимина на автобусе. Причем последние буквально несколько месяцев назад несколько месяцев назад открыли новую трассу, и сейчас трансфер занимает 2,5-3 часа. Да, я думаю, что многие помнят время, когда до Муйне добирались 5-6 часов. Сейчас это все стало гораздо быстрее. Открыли новую трассу, и сейчас, да, туда добираются быстрее. Один из самых спокойных курортов. Да, сейчас еще раз скажу то, что я хотела про курорты. Если мы говорим о курортах по ценовому диапазону, из всех Фукуок будет самый дорогой. Муйне будет самый бюджетный. Ну, в Нячанге, как бы, в принципе, в Нячанге можно найти отдых на любой вкус и кошелек, но он будет такой, скажем так, средний. Просто если так брать по цене, Фукуок самый дорогой, Муйне самый дешевый. В Нячанге можно найти все и на любой кошелек. Так, ветер в Муйне. Знаете что, лучшее время для посещения Муйне считается, конечно, с октября по апрель. Особенность этого курорта то, что море там никогда не бывает полностью спокойным. Почему это считается меккой для серферов? Потому что там всегда есть волна, всегда есть на чем покататься. За счет этого и, ну, конечно, бывает. В зимнее время там может быть ветер, допустим, в декабре, в январе может быть сильнее. Так, большинство отелей на этом курорте построено по принципу бунгало или вилл. Это не Нячанг, в котором многоэтажные здания. Практически у каждого отеля свой пляж, невысокие постройки, это не более 3 этажей. Ну, в большинстве случаев, так, слайд назад. Так, хорошо, вы тогда посмотрите, что я еще хотела, что-то здесь хотели
отливы. Знаете что, насчет отливов, я не рассказываю фактически про отели, в которых есть какие-то нюансы с отливами, заливами и с пляжами. Все, что про отели, про которые я на данный момент вот рассказываю, они все замечательные во время, если приедете в сезон, который для этого курорта. И также насчет еды. Все эти, особенно последние новые отели, вся еда в принципе адаптирована под европейского и русского туриста. Да, там будет супы фобо, но тем не менее там будут и обычные яйца, и много что. Поэтому да, в Муйне только одно высотное здание, а так там, в принципе, ну, сейчас уже построили несколько новых отелей, я сейчас расскажу, есть более высокие, но по большей части да. Все отели там бунгального и виллы. Да, сезон дождей в Муйне фактически это наше лето, с апреля по сентябрь где-то, но сразу хочу отметить, что это не такой сезон дождей, как в Таиланде, не прекращающийся двухнедельный дождь. Это тропические ливни, которые вот он прошел, и через полчаса опять солнце, да, высокая влажность, да, море не сильно спокойное, но цена в это время дешевле, и тем не менее отели в Муйне работают круглый год, и даже в июле и в августе там есть туристы. Я не могу сказать, что их очень много, но они есть, потому что отдыхать даже летом в Муйне можно. Сюда можно приезжать. Так. Вот так выглядит, как я уже сказала, да, волна здесь есть почти все время, поэтому с маленькими детьми иногда бывает проблематично, за ними надо очень тщательно следить. А пляжи широкие, красивые. Так. Когда там цветет море, я не совсем понимаю понятие, как цветет море. Иногда бывает, знаете, в Муйне за счет того, что это такой небольшой залив, иногда, когда бывает, вот, наверное, когда меняется течение, но это на самом деле может быть практически в любое время года, когда течение каким-то таким образом повернуто сюда, что около берегов собирается большое куча количество мусора из моря. И не глядя от того, что как бы здесь убирают работники отелей, но если бывает так поворачивается течение, иногда возникает ощущение, что ой, здесь просто какая-то свалка. Но благо здесь не так часто это бывает. Фрукты наибольшее разнообразие. В принципе, во Вьетнаме круглый год сезон фруктов. Многие фрукты и овощи плодоносят несколько раз в год, поэтому большое количество и фруктов, и овощей здесь круглогодично. Так, вот так выглядит Муйне, вот так вот выглядит пляж, а через дорогу вот фактически все многие отели расположены прямо на первой береговой линии со своим кусочком пляжа, а через дорогу от отелей находятся всевозможные кафе, какие-то массажные салоны, все это такого достаточно деревенского типа. Да, сейчас расскажу. Да, можно поехать в тот же самый Далат, про который я говорила из Нячанга. Он как раз находится в центре между Нячангом и Муйне. Отсюда это точно так же 4-4,5 часа. А также рядом с Муйне можно посетить и просто самим посмотреть. Они организованы из Муйне экскурсии, но тем не менее некоторые туристы ходят даже пешком из некоторых отелей, это в пешей доступности, посмотреть белые дюны, красные дюны. Это, по сути, представляет собой пустыню, на которых даже дети устраивают катание на каких-то клеенках или пластмассовых каких-то крышках. Также я считаю тоже одной из достопримечательностей Муйне это буке-рестораны. Да, правильно написали, это такая рыбная деревня. Ресторанчики здесь такие очень сильно местного типа. Некоторые, может быть, брезгуют туда заходить, но мне, например, всегда нравится эта аутентичность. Около каждого ресторанчика стоят аквариумы, в которых прямо живьем плавают всевозможные
морские крабы, устрицы, разные рыбы, и это все свежайшее, только, как говорится, выловленное, и могут приготовить это в любом виде, в котором вы хотите, либо по меню, а сюда даже можно со своим алкоголем, и счет, можно наесться большое количество морепродуктов, и счет всех приятно удивит. Ну, то есть здесь дешево и вкусно, можно поесть морепродуктов. Это такая особенность и изюминка Муйне. Так. В прошлом году был также открыт Фонтьете. Фонтьет – это не Муйне, это недалеко от, буквально в 15 минутах езды от Муйне есть городочек, он чуть покрупнее, чем Муйне. Это городочек Фонтьет. Был открыт аквапарк. Большой, красивый, для детей, для взрослых. Также здесь недалеко в прошлом году открылся Мовенвика Resort Фонтьет отель. Я на нем чуть дальше подробнее остановлюсь. Сейчас вернусь к отелям в Муйне. Самые хорошие отели находятся с самыми хорошими пляжами, я хочу сказать, находятся в центральной части Муйне с вот этими вот широкими белоснежными пляжами с пологим входом в море. Terracotta Resort and Spa – замечательный отельчик. Это достаточно дешевый отель. Хочется сказать, что он достаточно, конечно, староватый. Номера достаточно, можно сказать, старые, но для людей, которые не планируют ехать туда сидеть в номерах, очень рекомендую этот отель, так как у него красивая большая территория, красивый пляж, хороший отзывчивый персонал, по соотношению цена-качество, замечательный отель. Вкусные завтраки, разнообразное питание. Есть и размещение и в бунгало, и в номерах, ну, там буквально трехэтажное здание, небольшое, но, тем не менее, номера есть. Вот так выглядят номера. Да, в некоторых отелях есть номера есть без балкона. Кушать за пределами здесь нет никаких вопросов, потому что, как я уже показала, вот такая вот эта вот фотография, где, да, через дорогу буквально от отеля большое количество разных кафешек, ресторанчиков, причем, да, есть чуть подороже, есть чуть подешевле, есть и с российской, и с русской кухней, и узбекская еда, да, есть и морепродукты, и европейская, да, все там, это все рядом, просто вышли из отеля, и все рядом, просто вот такая улочка, по которой идете и все посещаете. Так. Про Муйне и не сказать про... Вы знаете, по насчет терракоты, именно прямо точно дату я не знаю. Конечно, чисто по виду, достаточно давно там была прямо такая реновация капитальная, чтобы там поменяли все и мебель, и все. Вы видите по фотографиям, он такой достаточно старенький, но там все рабочее, все в нормальном, аварийного там нет ничего. Bamboo Village – один из лучших отелей, он как был, честно говоря, так и остается. Наверное, его зеленая территория и зеленые вот эти вот виллы, утопающие просто в фикусах и пальмах, привлекает отелей, туристов будут не знаю сколько лет. Долгое время это Муйне с тоже замечательным, красивенным, белоснежным. Так, меня не слышно или у кого-то просто звука нет? Отпишитесь, пожалуйста. Так, дайте я, может, отключу камеру, может, да, интернет. Хорошо. Все, хорошо, давайте я тогда отключу камеру, чтобы было лучше слышно. Так, замечательный отель, который утопает просто в зелени. Виллы есть настолько уединенные, что просто возникает ощущение, что ты в джунглях. Прекрасная, замечательная детская площадка на открытом воздухе. Очень любят семьи с детьми. Очень доброжелательный персонал. Так, вот таким образом выглядят номера. Здесь есть и делюксы обычные в стандартном корпусном здании. И есть бунгало с выходом в сад. Красивые. Но здесь бунгало без бассейнов. Так.
Сихорс, еще один отельчик, который рекомендуем по цене качества. Достаточно хорошая четверочка, находящаяся здесь. Они буквально, эти все отели буквально рядом находятся. Там Терракота, Сихорс, Оушен Стар. Хорошая, который в джунглях Бамбу Виллэдж. Так, Сихорс, замечательный, красивый бассейн, тоже хорошая четверочка, давно пользуется популярностью у туристов этот отель, есть также и обычные номера, есть фэмили-румы, есть теннисный корт. Так, а что там? Ага, так, секундочку. По питанию здесь только завтраки в Сихорсе. Сейчас перейдем к Панданус. Это достаточно новый отель. Не помню точно, когда он открылся, в 2018 или в 2019 году. Сразу снискал популярность среди туристов. Большая зеленая территория, и это был один из первых отелей, который стал предлагать в Муйне территорию питания, все включено. Здесь хорошие есть развлечения, хорошая анимация. Хочется единственное отметить, что фэмили-румы здесь без закрывающихся, это не коннекты, не закрывающиеся номера, а просто вот как бы такая вот гостиная и спальня. Отельчик очень приятный, также с замечательным пляжем, с большим количеством, очень здесь отзывчивый персонал. Мне в этом отеле очень нравится спа, вот эти массажные кровати прямо в джунглях под вот этими вот грибочками, очень-очень классно. Под пение птичек. Так, также очень много, как я уже говорю, персонал очень отзывчивый, и очень много всевозможных бесплатных сервисов здесь предоставляется. Бесплатно можно взять велосипеды, бесплатно можно взять каноэ. Именно рядом с этим отелем чуть меньше инфраструктуры, чем в самом Муйне, но здесь организовывается бесплатный шаттл в Муйне. Также проводится бесплатная Муйне-тур. Поэтому, но и непосредственно рядом с этим отелем тоже, в принципе, все равно есть и какие-то, и какая-то инфраструктура, рестораны, кафешки. Так, отвлекаюсь, просто, извините, теряю немножко это, читаю комментарии и отвлекаюсь. Так, всевозможные развлечения водные, это и водные лыжи, и сапы, и сафборды. Вы знаете, что раньше русскоговорящий персонал здесь был, и непосредственно сейчас, мне кажется, есть. Но в любом случае наша компания всегда всем поможет, если у туристов есть какие-то вопросы, мы помогаем решать все вопросы, поэтому такой уж прямо необходимости и проблем с русскоговорящим персоналом, поэтому я даже не концентрируюсь на этом. Интернет хороший там везде. Так. В Панданусе, непосредственно в Панданусе, достаточно хорошая детская зона, и детский бассейн, и детский клуб. Так, Клифф. Замечательная четверочка, как и все Клиффы, это замечательный такой, я бы сказала, достаточно лакшери отель. Из особенностей и развлечений в Клиффе здесь находится, здесь находится самый красивый бассейн вообще в Муйне. Некоторые туристы приходят сюда даже из других отелей, платят и чтобы отдохнуть именно на отеле, на бассейне Клиффа. Также здесь в самом отеле есть мини-кинотеатр, где предлагаются фильмы и из взрослого, и из детского кинематографа. В билет, также в билет в кино входит банка Кока-Колы и попкорн. Также есть караоке-комнаты, где можно попеть. На русском можно заказать. В принципе, Муйне, вы знаете, что он вообще такой достаточно русскоязычный курорт, поэтому можно найти, может быть, не все там будет на русском, но найдут на русском языке. Перевод поставят русский.
Красивые номера, очень много разных видов размещения в клифе, очень много номеров с индивидуальным дизайном, например, вот в стиле Азул, это твины или даблы с балконами, есть также виллы с бассейнами, есть виллы с джакузи на балконе. Ну, то есть, да, есть какие-то, допустим, есть какие-то виллы с бассейном, есть какие-то виллы с вот таким вот джакузи. Ну, то есть в Клифе можно найти размещение на любой вкус и цвет, и, конечно же, кошелек. Про то, что, ну, на любой кошелек там не найдешь, в большинстве случаев там все дорого. Так, замечательный бассейн, про который я говорила, что даже туристы из других отелей приходят сюда. Замечательный, конечно же, спа-центр с абсолютно любыми услугами. Ана Муйне. Отельчик тоже открылся буквально в прошлом году. Этот отель уже достаточно многоэтажный. Номера и люксы. Замечательный, великолепный сервис, как и во всех Анамах. Анам также есть в Нячанге. Отзывчивый персонал, очень вкусная и разнообразная еда, замечательный ухоженный сад, питание есть... Вчера, да, питание есть максимум, да, full board, замечательный семейный отель с развлечениями для детей, есть няня, хороший детский клуб, детская площадка, замечательный люксовый отельчик, конечно же, со своим пляжем. А вот этот отельчик попроще, Астерия Муйне Резорт, тоже был построен буквально в прошлом году, открылся, номера и люксы, очень новый, свежий, также все замечательно, хороший детский клуб, отельчик работает только на завтраках, но, как я еще расскажу, здесь нет никаких проблем с только на завтраках, потому что большое количество всевозможных кафешек и ресторанов, и причем достаточно дешево. Так... тоже хотелось бы рассказать про отельчик Хуанг Нгок Бич Резорт. Замечательная четверочка. По соотношению цена-качество отель просто супер. Здесь тоже номера и люксы, вилл нету. Тоже, ну, видите, в прошлом году, уже буквально последние 2 года, там стали строить и достаточно многоэтажные отели. Не только в этом формате, только виллы на более, скажем так, на меньшей территории. Но внимательное обслуживание, зеленое, красивое. Да, он достаточно немножко далековато находится от самой, как говорится, всей инфраструктуры, но отельчик новый, пляж здесь замечательный, причем он на самом деле привозной, так как в этом районе Муйне не самые лучшие пляжи, но здесь, вот вы видите на картинках, пляж просто замечательный. Также отель предлагает систему «Все включено», поэтому для туристов, которые, в принципе, хотят, чтобы все было в отеле, этот отель прекрасно подходит. Из особенностей есть семейные номера даже со стиральной машиной, предлагаются велосипеды в аренду, ну и вообще персонал очень отзывчивый, всегда старается прийти на помощь и всем помочь своим туристам. Так, то, про то, что я говорила, Мовенпик Резорт Фонтьет, также отель был открыт совсем недавно, многоэтажное здание, находится в Фонтьете, не в самом Муйне, в деревушке, а в Фонтьете, это город рядом, в шаговой доступности от аквапарка, про который я рассказывала до этого. Великолепный дизайн, шикарный люксовый отель. Здесь проводится и шоколадный час. Здесь питание максимальное все включено. Замечательный семейный отель с хорошей анимацией, с хорошим развлечением. Ну, замечательный Мовенпик. Да, обеды, ужин и шведский стол. Ну, единственное, знаете как, иногда бывает, отели Вьетнама переходят на питание по меню, если, допустим, это лето, как я говорю, даже летом здесь есть туристы, но туристов в отеле, например, мало, и тогда отели переходят на питание по меню. Но когда это горячий сезон, да, все шведский стол. Так, ну, замечательные здесь красивые номера, все новое. Хотелось бы также порекомендовать отельчик для тех, кто хочет тоже жить в Фонтьете. Для тех, кто хочет жить в Фонтьете, также недалеко от аквапарка, очень интересный отельчик Вилла дель Соль Бич. Несмотря на то, что на название
несмотря на то, что названия в этом отеле нет вилл, здесь номера и люксы. Также отельчик был построен в прошлом году. Замечательное обслуживание, тоже замечательная еда, красивый бассейн. И в саду также висят гамаки. Они очень пользуются популярностью, туристам они очень нравятся. Также есть спа, и в спа есть гидромассажные ванны, что также туристы любят. Очень рекомендуем отель. Конечно, он попроще Мовен Пика, но также находится в этом районе. С красивым собственным пляжем, с красивым бассейном. Так, сейчас, если есть какие-то вопросы, я отвечу. Там был вопрос про экскурсии из курорта Муйне. Самая такая интересная, наверное, экскурсия, это все-таки считается в Далат, как, про который я говорила, французский город с Crazy House и со всем остальным. Песчаные дюны, как я говорила, это организовывается экскурсия и из Муйне. Также можно в пешей доступности от некоторых отелей эти дюны в пешей доступности. Конечно, огромное количество всевозможных морских поездок, рыбалки, снорклинги и все рядом. Но, конечно, таких сильно исторических мест, таких как вот, да, Хошимин или там Хюэ, здесь нету. Все историческое, оно где-то на севере или в центральной части Вьетнама. Здесь больше такое все для развлечений. Да, аквапарк, рыбалка. Нет, зоопарков, Винвондерсов здесь тоже нету. Насколько комфортен пляж? Нет, в Мовен Пике тоже замечательный пляж, и не хуже, чем в Муйне. Так, еще какие-то вопросы будут? Потому что если вопросов нету, мы также с вами перейдем на небольшую викторину. Так, по всем этим вопросам к моим коллегам из Fun & Sun мы все с ними обсуждаем и все решаем, и любые ваши запросы мы от них получаем. Так, а сейчас давайте проведем небольшую викторину. Мои коллеги из Fun & Sun хотят самого внимательного слушателя, самого большого знатока Вьетнама наградить. Поэтому слушайте вопрос, кто первый ответит. Слушаем вопросы, кто первый ответит в комментариях. Свяжется с Fun & Sun. Итак, скажите, пожалуйста, на каком из курортов Вьетнама расположена самая длинная канатная дорога в мире? Наталья, наверное, была первая. Тогда, пожалуйста, напишите... Так, сейчас я скажу. Да, это, конечно же... Фукуок. Наталья Аверина была первой. Наталья, напишите, пожалуйста, на тот почтовый ящик, который вы видите на экране, eventmarketing@sobakafasttravel.com, с моими коллегами из Fun & Sun, и получите дальнейшую информацию. Всем большое спасибо. Так... Всем большое спасибо за внимание. Надеюсь, что вам было интересно. По любым вопросам всегда пишите нам, всегда пишите Fun & Sun. Коллеги ответят на вопросы, либо мы им поможем. В любом случае, можете быть спокойны за ваших туристов, мы о них заботимся. У нас прекрасный русскоязычный персонал, который на месте помогает решать все возникающие вопросы, вплоть до того, что даже если туристам надо где-то забронировать столик или купить цветы, мы всем все помогаем, поэтому можете быть спокойны за ваших туристов. Всем спасибо за внимание и хорошего дня и замечательных продаж.